сейчас мы на территории фабрики и берем интервью у людей на тему одиночества. Девушка, разрешите спросить, что такое одиночество? Для некоторых людей одиночество – это что-то плохое. Но если ты хочешь разобраться в себе, понять, в чем смысл жизни, что ты должен сделать в этом мире, это, возможно, хорошо. Но вообще каждый человек должен быть не одиноким. Разрешите спросить еще один вопрос. Может ли человек, имея семью, друзей и близких, быть одиноким? Не имея, быть одиноким? Да, наверное. Да, я думаю. Как вы думаете, какой выход из этого? Ну, как бы вокруг много друзей, много людей, поэтому нужно просто быть открытым к новым знакомствам, к новому общению. Мы вас очень благодарим, и хотелось бы также сказать, что выход есть также и в Боге, который любит также вас, любит каждого человека, и Он всегда придет на помощь и будет тем верным другом, которого часто нам не хватает. Мы благодарим вас за внимание. Спасибо. Что такое одиночество? Почему человек может чувствовать себя одиноким? И какой выход предлагается для того, чтобы осознать себя нужным? Скажите, что такое одиночество? Это когда человек один, ему плохо, там, не знаю, может и хорошо. А чувствовали ли вы себя когда-то одинокими? Редко. Чувствовали. Бывает, когда один, когда скучно. Скажите, можно ли, имея друзей, имея близких, имея семью, чувствовать все равно себя одиноким? Да, бывает такое. Когда там тот куда-то уехал, тот еще где-то, и ты один можешь оставить. Когда, ну, чувствую себя реально одиноким, когда кто-то не понимает. Какой вы выход посоветуете человеку, который чувствует себя, ну, просто одиноким? Пойти куда-то, развлечься, позвонить и найти новых друзей. Например, на фабрику? Да, на фабрику. Хорошо, девчонки. Знаете, также хотелось бы сказать, что с Богом никогда никто не будет чувствовать себя одиноким. И я думаю, что Он также очень любит вас. И я думаю, если когда вам будет очень трудно, вы можете обратиться к Нему, Он поддержит вас. И именно Он сделает так, что вы никогда не почувствуете себя одинокими. Спасибо вам большое. Девочки, разрешите задать вам вопрос. Что такое одиночество? Ну, я думаю, одиночество – это когда ты думаешь, что ты никому не нужен. Ну, ты, я даже не знаю, как это сказать. А для вас? Одиночество – это когда нету рядом любимого человека, заботиться о тебе и так далее. Я думаю, это когда даже не с кем пообщаться, это когда ты замкнут в себе и некому рассказать. Скажите, ощущали ли вы это чувство? Да, часто. Бывает. Как вы думаете, какой выход для человека из этой ситуации? Общение. Общение с другим человеком, знакомство. Но... Да. Спасибо. А знаете ли вы, что еще можно чувствовать себя не одиноким рядом с Богом, который любит каждого человека? И Он поддержит, и именно Он является тем, для кого вы особо являетесь ценными. Согласны ли вы? Ну, возможно. Вы верите, что Бог любит вас? Да. Но Он ведь по-настоящему ведь любит вас. Что такое одиночество? Это, наверное, когда ты приходишь домой, дома пусто, любимой нет, одна только родная кошка. Вот это, наверное, одиночество. Это очень скучно, да, не с кем пообщаться. Вот это. Скажите, вы ощущали себя когда-то одинокими? Нет. Да, ощущали. А разрешите тогда задать еще один вопрос. Может ли человек, имея друзей, имея родственников, все равно чувствовать себя одиноким? Вполне. Да. У меня очень много друзей, родственники, всех люблю, но бывает такое, что чувствую себя одиноким. Какой выход вы предложите человеку, который чувствует себя одиноким? Менять среду общения. Пойти на тренировку. Спасибо вам большое за ответ. Вы знаете, еще есть один выход. Это выход понять, что Бог любит каждого, да? Что Он поддержит каждого. И что вы являетесь очень ценными в Его глазах. И с Ним вы никогда не будете чувствовать себя одинокими. Что такое одиночество? Как бы вы характеризовали это чувство? Не знаю. Сложный вопрос. Надо думать. А можно задать еще вопрос? Какой, как вы думаете, выход может быть из этого чувства для каждого человека? Для каждого по-разному. Одним найти друзей, общение, другим, не знаю, смысл жизни, например. У каждого свое. Знаете ли вы, что такое одиночество? Я знаю, потому что в общежитии прожил очень долгое время. Это очень плохое дело. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то выход из этого чувства? Ну, есть, если стремиться, что надо все-таки с одиночеством кончать и искать, как говорится, друзей.
вот, общаться, иначе одному очень плохо в одиночестве. Может ли человек, имея семью, друзей, ощущать это чувство? Не, не может. Когда есть друзья, не может быть он одинок. Друзья ему не дадут, как говорится, одиночество быть. Что такое одиночество? Ну, одиночество – это когда человек, он чувствует себя одиноким, вот, и он чувствует себя безнадежным, как бы оставленным кем-то, там, забытым, вот, и никому не нужным. Ну, многие люди так думают, считают, хотя это неправда. Вот, и человек никогда не оставленный. А вы считаете, что есть тот, кому они нужны? Конечно, это Господь, это Бог, я так думаю. Потому что на самом деле я тоже в жизни были такие ситуации, когда я чувствовал, что я оставленный. Но были моменты, когда Бог приходил просто, Он мне напоминал, что Он есть. Я не один в этой жизни. Вот и все. И что же, наш день подошел к концу. Нам удалось опросить многих людей о том, чувствовали ли они себя одинокими. Что такое одиночество? И мы пришли к выводу тому, что человек будет чувствовать одиноким себя без Творца. И только в Боге человек может ощутить истинное счастье, любовь, поддержку и полноценность. Спасибо вам большое за внимание, те, кто были с нами, те, кто слушали, и те, кто принимали участие. До новых встреч!